Привет, меня зовут Янис. Летом 2022 года я решил сделать поход на каяке. Я не богатый человек и делаю для себя простые чудеса, как могу. Я не профессионал и не знаю, делаю ли я все правильно, но все равно толкаю себя исследовать новые интересные места. Выходит, для этого совсем не надо далеко идти. В снаряжении для съемки у меня был iPhone 12 Pro Max, заказанная с eBay китайская экшн-камера за 10 евро и найденная в мусорнице GoPro первой серии. Присоединитесь ко мне, открыв невероятные острова Северной Эстонии в путешествии, которое испытает меня как морально, так и физически. Прангли. И вот каждый раз, когда мы возвращаемся с моря, мы должны делать вот так. Вот так. Потому что наши водостойкие отсеки решили, что они больше совсем не водостойкие. Жесть. Это все, кстати, идет из моего главного отсека, где я сижу. Здесь попадает вода, идет через эту стенку и просачивается в другие. Блин, какой ветер. Что очень плохо, я держу в этом отсеке телефон. У меня такое чувство, что я больше не могу это делать. Но он как раз там и есть, именно для того, что если что-то случится, мне надо позвонить. Я же свой обычный водостойкий телефон, который на шее носил, я потерял его. Блин, очень скучаю я по этому Самсунгу. Странно немножко говорить, что я скучаю по Самсунгу. Я не могу каждый раз так делать, когда я возвращаюсь. Сушить и опустошать. Просто уже из-за того, что это сильно раздражает. Наконец-то мы на Прангли. Господи, я так устал, что мне тяжело говорить. Мы поставили наконец-то лагерь. И теперь пойдем гулять. Я ужасно уставший, потому что я с Айгна отправился вот туда, на остров Кери, что, кстати, на самом деле очень далеко. Но сейчас я чувствую сильный кайф, потому что у меня наконец-то одета чистая и, что самое главное, сухая одежда. Я закрыл уши капюшоном, и мне теперь хорошо. Мне просто хорошо сейчас. Я, конечно, очень устал, но все равно пойду погуляю и поищу геокэши. Привет. Ух ты, бедненько, тебя тоже кушают комары.
Время сейчас 10:30. И чем занимается Янис? Он от своего лагеря на совсем другой стороне острова. Ищет геокэши. К счастью, это последний на этом острове. Я могу наконец-то отметить ее и пойти обратно в лагерь спать. И завтра я наконец-то попаду в магазин. Блин, красиво здесь. Здравствуйте, здравствуйте. Я просто иду мимо. Привет, собачки. Тихо, тихо, тихо. Нет, нет. Нет, нельзя. Нельзя. Ну, вы же на самом деле добрые, да? Дружелюбные, да? Все хорошо, да? Я тогда пойду. Спасибо. Господи, пугайте здесь ночью людей. Спокойной ночи, собаки. Вот ночью гулять и видеть вот такие большие следы, ну, следы от лап с большими когтями. Ну, не очень весело, но ничего. У меня с собой вот такая лупа. Я сейчас поставил ее перед камерой, и получился такой классный эффект. Прикольно. Господи, за долгое время наконец-то вышло солнце. И теперь очень приятно. Ну, на самом деле очень жарко, но лучше жарко, чем мокро и холодно. Сейчас я высушил все свои вещи, немножко почитаю про историю, про Прангли, и пойду прогуляюсь в порт, и пойду схожу в магазин. И потом направлюсь там, где газовый источник. Здесь очень красиво. Вот у меня такой вид здесь. Все очень супер, мораль очень высокая. И продолжаем. НАНИ?!
Все нормально. Так, вещи мы все собрали, в магазин мы сходили, все мы в каяк упаковали, и уходим мы с Прангли, и идем дальше на остров Акси. И там Раму, по-моему, назывался остров. И там уже посмотрим, останемся на Раму или там дальше пойдем. Вперед, на остров Акси. До свидания в Прангли. Я не знаю, как хорошо сейчас видно, но там у меня сидит маленькая божья коровка. Божья коровка. Ты никуда сейчас не улетай, потому что мы где-то километр от Прангли и пару километров от Акси. Просто не долетишь. Так что просто дождись.